Парк Дружбы народов, расположенный в Ульяновске, уникальный объект. На самом деле только сюда в период СССР были вложены усилия всех 15 республик, за исключением московского ВДНХ. Теперь парк начинают восстанавливать, ему дают вторую жизнь. Появляются вновь малые архитектурные формы. Сюда вернется для патрулирования полиция, и это место станет красивым и безопасным. Парк забросили в 1991 году. За без малого 30 лет он сильно зарос. Рукотворные украшения парка, ныне именуемые малыми архитектурными формами, пришли в негодность. Сейчас рабочие, как сами шутят, расчищают тайгу. Однако деревья не только вырубают, но и сажают. На сегодняшний день здесь проводится ряд мероприятий, ряд работ, те, которые направлены на улучшение породного состава, значит, ландшафтского дизайна. Обратите внимание, то, что сегодня мы производим посадку крупномерным материалом. Здесь бригада, значит, производит посадку тополя, значит, пирамидальный. Там наверху мы посадили сегодня, значит, 30... значит, тоже крупномерного материала туи. Даже древесный сорняк, американский клен, не вырубают бездумно. Там, где заросли держат склон, их не трогают. Однако стараются открыть заросшие парковые тропинки для прогулок. В парке планируется высадка сотен деревьев и кустарников, а клумбы скоро украсят 20 тысяч цветов. Всего же по городу в этом году будет обустроено 184 цветника, и свое место на клумбах займут 880 тысяч цветов, уже растущих в оранжереях Центра по благоустройству и озеленению города Ульяновска. Только кустов роз будет высажено 300 штук. Кроме того, в апреле установят по городу новые лавочки, шезлонги высадят кустарники. К 9 мая клумбы украсят 100 тысяч тюльпанов. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.